Мы сделали шоу «Одесса», центральный объект. Так называемая арка, на нем танцуют, поют. Камерный мюзикл с песнями начала 20 века. Проект был успешный, интересный, нам, в общем, понравилось работать, поэтому продолжили работать с идеей дальше. Мы, по-моему, работали над двумя проектами, «Одесса the Musical» и вот этот проект «Сонды ночь без снов». После шоу «Одесса» на этой же площадке у нас был небольшой опыт, но уже с другим режиссером. Мы делали вокал для акробатического номера. Вернулся Илья и начали работать над шоу «Фрик опера без снов». В принципе, так мы все и сработались. Нет какой-то стандартной площадки, нет какой-то привязанности к определенному театру. С одной стороны, да, это не театральная площадка, это ресторан, шоу-холл. Но с другой стороны, она устроена как в Древней Греции. Там есть амфитеатр. Там точно так же сидят зрители, там точно так же есть кулисы, там точно так же есть режиссер, актеры, там точно так же есть свет, звук, там продают билеты, там есть все составляющие театра. Там есть вешалка при входе. Для меня какой-то такой адаптации к этой площадке не было, то есть площадка это площадка, то есть я сразу принимаю это как данность, как условие игры. Мне интересно было работать с этой площадкой. Она очень необычная. Там очень необычный персонал. Возможно, даже было немножко проще, чем с театральным персоналом. Они адекватнее, они спокойнее. Скажу по секрету, не везде такой персонал есть даже в профессиональном театре. Приходя в это пространство, в это место, зная, что это не профессиональный театр здесь, не можешь даже требовать каких-то таких условий, и вдруг тебе люди там сами предлагают. Шекспир — это всегда благодатная тема, тем более «Сон в летнюю ночь». Мне кажется, его можно ставить вообще бесконечно, много-много раз. В 21-м, в 22-м, в 25-м веке. Задача была сделать шоу, а, например, не какой-то драматический, даже не музыкальный спектакль. То здесь сам сюжет, он, в общем, подталкивал к тому, чтобы им заняться. Это пьеса, которая способна вобрать огромное количество метаморфоз и интерпретаций. Пьеса, которая не ограничивает фантазию режиссера, композитора, автора сценария, либретиста, всех тех людей, которые работали над этим спектаклем. Оно вот именно создавалось там, и оно органично именно в этом пространстве. Мне кажется, на театральной площадке было бы, наверное, не так все-таки. Именно эта идея, или была бы, может, как-то по-другому прочиталась. Той публике, которая ходит туда, тому контингенту, им будет интересно. Может быть, даже захочется перечитать, пересмотреть «Сон в летнюю ночь». Как-то по-другому отнестись к Шекспиру. Мне кажется, эта площадка, наоборот, помогла.